Всем огромный привет! Сегодня приготовим вкусный и нежный пирог с клубникой. Готовится пирог очень просто и быстро. В миску, где будем замешивать тесто, разбиваем яйца, добавляем 200 граммов сахара и щепотку соли. Добавляем 150 мл растительного масла и все хорошо перемешиваем. Теперь добавляем разрыхлитель для теста, 300 граммов сметаны любой жирности и чайную ложку соды. В два приема добавляем 2 стакана просеянной муки. Венчиком перемешиваем, тесто должно получиться как густая сметана. Подготовленную форму смазываем растительным маслом. Дно формы я застелила пергаментной бумагой. У меня форма размером 22 см. На дно формы выкладываем половину теста и распределяем. Теперь выкладываем клубнику и сверху выливаем вторую часть теста, так чтобы тесто полностью покрыло клубнику. Немного форму потрясем и отправляем в духовку. Запекаем пирог 50 минут, температура 180 градусов. Готовый пирог достаем из духовки и прокалываем зубочисткой. Горячий пирог сверху поливаем молоком и остужаем. Пирог извлекаем из формы и можно подавать к столу. Украшаем пирог на свой вкус. Можно посыпать пирог сахарной пудрой или какао. Я украсила просто ягодами клубники. Мягкий, нежный, ароматный и, конечно, очень вкусный. Друзья, жду ваши отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем приятного аппетита, хорошего настроения, готовьте с удовольствием.